Вот-вот ему исполнится 40. Он был женат дважды и успел стать отцом двоих детей от разных женщин. Состоял в отношениях с актрисой, которая на 13 лет старше, а сейчас и вовсе пустился во все тяжкие и сожительствует с молоденькой девушкой, которая в дочери ему годится. Как выглядит старшая дочь нашего героя Татьяны Арнгольд, 13-летняя Мария, и как сложилась личная жизнь невероятно талантливого Ивана Житкова. Он родился в Свердловске и с детства по настоянию отца занимался боксом, чтобы уметь себя защищать. Маленького Ваню воспитывала улица, и ни в какие развивающие кружки он не ходил. Наверное, это и сыграло решающую роль при поступлении в театральный. На вступительных экзаменах наш герой провалился. Только со второй попытки Иван Житков смог стать студентом школы-студии МХАТ. А дальше, как в сказке, на нашего красавца-героя посыпался целый шквал киноролей. Да и в личной жизни отбоя от женщин не было. Высокий, статный, мускулистый, да к тому же еще элегантный и очень привлекательный. Ему не мог отказать никто. Так, на съемках сериала «Две судьбы» завязался бурный роман. Екатерине Семеновой было почти 40, когда она вступила в связь с 23-летним юнцом. Однако их сожительство закончилось через полтора года. Житков прокомментировал их расставание так, цитата: «У наших отношений был лимит. К тому же на горизонте появилась новая любовь, нежная и милая Татьяна Арнгольц. К сожалению, брак с Татьяной подошел к концу, когда их дочери Марии было только 4 года». А с моделью Лилией Соловьевой Житков развелся, не дожидаясь первого дня рождения сына Степана. Вот такие они, эти любвеобильные актеры. Сейчас Иван Житков старается много времени уделять детям. Марии уже 13, а Степе только 5 лет. Они вместе отправились в отпуск этим летом, однако последние несколько месяцев социальные сети артиста переполнены другим контентом. И касается он вовсе не его детей. Дело в том, что Иван влюблен до беспамятства в юную блогершу. Сожители некоторое время скрывали свои отношения, ведь разница в возрасте у них огромна. Новой пассии Ивана Житкова сейчас только 23 года. И судя по постам в ее социальных сетях, девушка стесняется показывать своего любимого. Как же так? Житков – звезда сериалов, а она его стыдится? А как вы считаете, Ванечка на этот раз успокоится? Или и эти отношения закончатся сразу же после рождения общего ребенка?